Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Павел Багрянцев. И в этом видео я хочу вам рассказать, как увеличить свою личную эффективность на 20%. Да, очередное полезное видео. И сначала я бы хотел вам рассказать о небольшом эксперименте, который провели в одном из университетов Америки. Взяли определенную группу студентов, и у этих студентов была определенная работа, которую они должны были выполнять ежедневно. И 70% этой работы было повторяющейся, то есть встречались одни и те же операции, которые они должны были делать ежедневно. И ученые знали один большой секрет, что если в принципе в вашей деятельности присутствуют какие-либо повторяющиеся операции, то, что вы делаете изо дня в день, может быть из часа в час, вы делаете одно и то же, то это значит, что вы можете это автоматизировать на 90%. Вам просто необходимо это сделать, чтобы улучшить свою эффективность и больше успевать. Так они и сделали, и эксперимент получился удачным, потому что действительно, практически на 90% этим студентам удалось автоматизировать свою работу. В результате они высвободили очень много часов еженедельно, очень много дней в году, и сколько это месяцев, если вы будете по этому принципу жить каждый день. Соответственно, сколько времени у вас появится в итоге, даже если вы сэкономите 1 или 2 часа в день. Что вам может помочь это сделать? Ну, во-первых, сейчас очень много приложений для личной эффективности, если у вас есть смартфон либо iPhone. Найдите какие-нибудь приложения. Есть приложения для спорта, есть различные блокноты Evernote, есть для синхронизации данных, есть Google, есть Dropbox, есть еще что-то. Сейчас очень много мобильных планировщиков. Если вы предприниматель, то есть такой замечательный сервис Мегаплан, где вы удаленно можете управлять всеми вашими сотрудниками и общаться с ними. Сейчас очень много онлайн-ежедневников, которые вам помогают напоминать о чем-либо. Если вы всем этим начнете пользоваться и введете в свою деятельность, то это вам поможет. Но ученые сделали также вывод, что человеку всегда проще все делать своими руками, потому что у него есть спокойствие за результат. Если я делаю своими руками, значит, я это смогу сделать. А когда нужно пользоваться какими-то сторонними ресурсами, какими-то новыми технологиями, человека это очень часто смущает. Первая причина – он не умеет этим пользоваться, он не знает, как все это работает. А второе – частичный результат зависит не от него. Но все гуру тайм-менеджмента уже давно поняли, что лучше пускай где-то в работе будет небольшая погрешность и что-то не получилось, то с помощью других инструментов они в итоге сэкономят очень много времени. А как я уже сказал, что в итоге в году или даже за 5 лет это вам сэкономит целые месяцы жизни. И тогда у вас останется только один вопрос. Куда же деть все свободное время? Что с ним делать? Как им распорядиться? Но над этой проблемой должны, друзья, вы подумать уже сами, потому что проблемы могут быть разные. Проблемы в кавычках я имею в виду. Ну, например, что делать, если у вас столько свободного времени, и вы уже почитали книгу, вы уже перечитали все книги в доме, вы уже сходили на свидание со своей девушкой, возможно, свидание даже было необычно долгим, вы уже перемыли всю посуду, вы уже убрали всю квартиру, вы уже выспались в конце концов. Вы просто не знаете, до сих пор у вас есть свободное время, а я знаю таких людей. Таковы издержки личной эффективности. На какой стороне оказаться, вы выбираете сами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии. Какие методики личной эффективности знаете конкретно вы? И поделитесь этим видео с вашими друзьями, пускай они узнают этот секрет.